Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на такой набор. Набор подставок для покраски моделей. Как видите, фирма Tamiya изготавливается в Китае. Набор очень интересный и, так сказать, нужный. Не всегда модель удобно крутить в руках, а вот на таких подставочках будет крутить модель довольно удобно. Такой вот паспорт, инструкция, как правильно что закреплять, устройство. Ну и здесь все понятно. Ставим модель, крутим и красим. Вот такие вот отверстия, в которые можно вставлять палочки с крокодильчиками и красить более мелкие детали, покручивая их из стороны в сторону. Крутится довольно неплохо. Также в наборе 4 прищепки. Можно прикрепить какую-то деталь и опять же ее покрасить. Ну, такой вот маленький стенд. На нем очень удобно красить кабины и более мелкие модели, такие как автомобили и прочие. Собрал маленький стенд в рабочее положение. Как видите, здесь несколько технологических отверстий и можно поставить разную степень натяжения пружин. Все будет зависеть от размеров детали, которые вы будете красить или тонировать. Вот так вот все примерно работает. Сейчас покажу на примере тягача АТТ, как это примерно работает. Конечно же, лучше постелить какую-нибудь салфетку, чтобы не портить сам стенд. И вот так, плавно покручивая модель, можно ее красить, лакировать, тонировать, наносить всякую химию, смывку. И вам будет очень удобно. Вы будете ее подкручивать той стороной, которой вам надо ее будет делать. Положить модель на бок. Еще посмотрю, как работают данные прищепки. Может, что-нибудь придумаю. Можно было модель ставить в разных ракурсах и с ней работать. Но это уже будет со временем, как начну работать. Ну, теперь эти подставки вы в видео у меня будете видеть очень часто. И вот, например, надо работать нам хорошо. Закрепили, выбрали режим, чтобы пожестче она держалась, чтобы у вас не упала. Как видите, вот все великолепно крутится и должно быть очень удобно в работе. Не менее, не надо руками трогать модель, одевать перчатки. Кто-то не любит резиновые перчатки, например, как я, потому что руки постоянно потеют, ну неприятно мне. А вот это самое то. Сделал, покрасил, дал модели просохнуть, аккуратно снял ее руками и... В принципе, все.
Также можно использовать вот эти скобы, чтобы модель к вам была под определенным углом. Я подставочками очень доволен. Стоят они не особо дорого. Если они вас заинтересовали, ссылка будет в описании под видео. И вы их можете приобрести в магазине «Я моделист». На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.